Этот старинный заговор на продление жизни можно начитывать на стакан с водой, потом эту воду выпить или умыть лицо. А лучше всего взять чистую тетрадь и на каждом листе каждую среду по утрам писать этот текст. При этом стакан с наговоренной водой по окончанию написания волшебного текста тоже надо выпить. Итак, поставили стакан с водой и начинаем писать. Среда середится, пойди словом на водицу. Христом окрещаюсь, верой покрываюсь, ангелом-хранителем охраняюсь. Ангел мой хранитель, помилуй, сядь на мое правое плечико, карауль меня с утра и до вечера. От зверя и от волка, наговоренной иголки, от злых людей и лесных зверей, от суда и расправы, от ножа и отравы, от ведьминных щипков, от пересудных шепотков. Господь, мне веку прибавь, а при кончине от муки избавь. Выпиваем стакан воды, ритуал закончен. Желательно этот ритуал делать каждую среду утром. Ограничений никаких нет, делать это может абсолютно любой человек. Писать волшебный текст желательно как можно дольше, так как с каждой написанной страницей у человека, который пишет, увеличивается продолжительность жизни. Большое спасибо за внимание. Долгой вам жизни!